Будущий энергетик Атабек Юнусов пришел подать анкету для участия в программе стипендий для одаренных студентов. Пройдя отбор, в первую очередь приобрел бы все материалы, необходимые для профессионального роста. Программа стипендий для одаренных студентов впервые была учреждена в 2006 году для учащихся вторых, третьих и четвертых курсов. С момента основания проекта в нем приняли участие почти 10 тысяч талантливой молодежи. 717 из них стали победителями. Основным моментом, то есть при подаче документов, это является весь состав документов. То есть как они грамотно его оформили, какую информацию предоставили. После приема заявок все анкеты рассматриваются компетентным жюри, учиться на четверке и пятерке. Также это общественная активность, то есть активность в жизни института, активность, возможно, в других общественных организациях. Ежегодно победителями в данной программе становятся около 100 одаренных студентов из различных вузов Узбекистана. Самым активным и целеустремленным юношам и девушкам, прошедшим конкурс, фонд может продлить срок, как это уже сделали 207 отличившимся.